частности, мы шестая команда из Сталинской Ленамире гимназии. Наш проект «Пушистый дом». В современном мире очень много бездомных животных, которые требуют помощи. И мы постараемся им помочь. Наша цель – помочь бездомным котам. Гаси! Что вы ждете от этого проекта? Получить опыт съемки. Эмоции. Впечатления. Новые знакомства. Набраться нового опыта. Раскрыть себя с другой стороны. Помочь животным. Уметь высказать свое мнение. Здравствуйте, мы ученики Таллинской Ленамир гимназии 7 класса. Мы участвуем в проекте Gatsy Go. Мы сделали такое наблюдение, что много животных нуждаются в помощи. Но если у вас есть такое желание, то вы можете приводить благотворительную помощь, ну, как минимум, эти консервы. У меня так сердце начало биться сразу. Я до этого так говорила, у меня же голова закружилась. Мы шестая команда, и мы распределили обязанности. Девочки делают плакат. Даяна делает пост в Инстаграм, а мы пока идем договариваться, чтобы сделать завтра когтеточку. Мы сейчас участвуем в проекте Gatsy Go. Мы хотели бы спросить у вас, и чтобы вы нам помогли сделать когтеточки из дерева. Как вы думаете, хорошая идея? Хорошая, нормальная идея. Можно сделать, только нужно канат. Да, о, мы отвезем туда. А это? Для кошек. Котикам приют? Да. Ну, давай. Супер. Полезное дело. Нам разрешили взять руки! Вот так вот пока что у нас все получается. Стой. Да я наехала! Поступила гениальная информация, что нам нашли веревку. Ну, как ощущение после первого раза? Супер. Честно, мне было слегка страшно, но все же это возможно. Люди очень добрые бывают. Ты жди. Это очень клево. Так, да. Очень клево. Потому что люди откликаются. Ну, начинаем рассказывать, как так получилось. К нам просто подошла девушка. Сказала, пойдемте купим корм, и все. Это для туалета. О, это очень клево. Девочки, вы супер. Вы большие молодцы. Огромное вам спасибо. Побольше бы таких людей. Спасибо. Мы, значит, едем в кошачий приют. Veseleida asutati, no ütleme, umbes 10 aastat tagasi. Kõikidel kassidel on nimed. Kõikidel on erinev nagu stiil. Kes paneb inimeste nimesid, toitude nimesid, sushi, on raamen, on olnud suurlinnade nimed. Oli Pariis, oli Tokio, oli Milano, Feline. Joo. Tegelikult noored on rohkem huvitatud aitama ja siis kaasa mõtlema, et kuidas me saaksime olukorda parandada. Praake! Ei ole! Me osaleme programmis Gatsy Go. Eile me korjasime sööki. Sellet kõik praakimiskult me tegime meie koolis. Aitäh! Aga ma tahan, tegelikult ma tahaks teid kõiki tänada, et üldse nagu mõtlesite sellise asja peale ja nii palju MTÜ-sid on tegelikult Eestis, et te just nagu meie välja valisite. Aitäh teile, see on tegelikult väga suur panus. Мы попали в проект Gatsy Go. Нам надо было выбрать тему какую-то. Ну, вот приехать вот в приют была самая, наверное, такая, ну, хорошая идея. Не нашли спонсоров, все нам отказывали, либо были заняты. Вчера мы собирали корм. Я первое время очень стеснялась подходить, но люди как-то начали откликаться больше нам. Сегодня утром мы сами делали когтеточки. Мы сделали 3 когтеточки.
Ну, сложно, наверное, было самое – это просить корм у людей. Лично для меня это, наверное, было позвонить. Ну, самое интересное – это, наверное, было знакомство параллельного класса. Я знала только несколько человек. Теперь знаем гораздо больше. Ну, соответственно, сходить в приют, поиграть с кошками. Мы, наверное, достигли своей цели. В какой-то мере помогли котам. Это было необычно, но интересно. Мы чувствуем себя более уверенно, мы перешли через себя. Мы не сдадимся. Да, мы не сдадимся. В приюте очень много котов, которым нужна помощь. Если у тебя есть возможность, приезжай, забирай.